Друзья, еще одна тема, она очень важная, потому что это небольшой балкончик, где-то 1,20 м на 2,5 м. И вот обратите внимание, чтобы его закрыть тоже, я это сделал своими руками и также из бука. Вот, и здесь есть вот эти у нас металлические у нас ограждения, они продаются, металлическое ограждение для того, чтобы... Здесь вот, ну, кто-то мог зацепиться, если вдруг он будет, допустим, падать. Также вот кафель у нас, керамогранит, внизу. Просверливаем кафель. Соответственно, туда капсула такая металлическая, в которую вкручивается шуруп. Этот шуруп держит у нас вот эту... вертикальную буковую деревянную опору. Вверху она, как мы говорили, здесь я уголочком воспользовался. Один шуруп сюда, и один идет в эту пустоту, которую я вам показывал в предыдущем случае. И видите, что то же самое. Здесь молдинг. Он все равно для красоты, потому что примыкание здесь к кирпичной кладке. Здесь шов, обратите внимание, глубокий, внутренний. Вот. Ребята хорошие, украинцы делали. Вот. Здесь, смотрите, то же самое. Один шуруп идет на опору, второй шуруп, он там вверху, идет туда у нас. И вот опускается, и у нас здесь две металлических трубки, такие где-то формата 1,5 см. И они вот здесь идут и проходят вот здесь до угла и так далее. Продолжение следует. А вот здесь угловая часть, смотрите, это то же самое. Она выполнена из нержавеющей стали, поворотная такая. Но она очень красивая. И вот это сочетание, видите, также три слоя лака, вот, который, в общем-то, ну, потемнение какое-то есть, это можно даже тряпочкой вот протереть, и оно уйдет. Но обратите внимание, насколько красиво смотрится вот этот угловой молдинг. И вот это все вот с этими металлическими частями, которые здесь, оно сочетается и является, ну, вот привлекательным элементом вашей работы. И в итоге и надежно, и красиво. Спасибо.